В баскетбольном центре стартовал 6-й всероссийский турнир памяти Александра Петренко. Жизнь Саши, капитана баскетбольной команды «Химки», оборвалась 21 июля 2006 года, когда он со своей семьей попал в автокатастрофу. Вместе с ним погибла и супруга. В турнире памяти традиционно принимают участие известные российские клубы. Побывала на матче и Ольга Донченко. Александр Петренко родился 4 февраля 1976 года в Алма-Ате. Первым его профессиональным клубом стал самарский ЦСКА. Затем баскетболист защищал цвета Тульского «Арсенала», Казанского «Уникса», столичного ЦСКА. Самых серьезных успехов Александр Петренко добился именно здесь, в баскетбольном клубе «Химки», цвета которого он защищал на протяжении 4 лет. В память о капитане под своды стадиона была поднята майка с его номером, номером 4. Это человек моего, скажем так, баскетбольного поколения. Мы играли друг против друга на площадке. Отличный, светлый человек. И, в общем-то, та трагедия, которая произошла, была, я могу сказать, шоком для всего нашего баскетбольного сообщества в то время. В день открытия турнира прошли 2 матча. Первыми на паркет вышли команды «Химки Подмосковья» и «МБА», представляющие Московскую баскетбольную ассоциацию. Первая образовалась только в этом году и в новом сезоне будет выступать в чемпионате Суперлиги. Приятно всегда играть на таком турнире, память отличного игрока, человека. Вот, чувствуешь больше ответственности, более домашние матчи. Команда собирается, это чтобы, конечно, вспомнить этого игрока, бывшего капитана баскетбольного клуба «Химки». А кто играет, делает свое дело, готовится. В домашнем матче новоиспеченная команда «Химки Подмосковья» показала хорошие результаты, обойдя МБА со счетом 77-64. Следующая игра с клубом «Динамо». Ольга Донченко, Андрей Хомченко, служба новостей.